Снова ушли ни с чем. Очередная проверка на 402-м заводе. На этот раз за воротами обанкротившегося военного объекта побывала депутатская комиссия по вопросам экологии. Результаты прежние, то есть отсутствуют. Проверки 402-го завода продолжаются. Его неоднократно посещали различные комиссии и здесь проводились выездные совещания. На этот раз сюда наведались члены депутатской комиссии по экологии. Картину увидели прежнюю. Пустая тара из-под химикатов, правда, ее стало в разы меньше. Место горения неизвестных материалов и специфический запах также присутствуют. Хотелось бы обратить особое внимание, что здесь сегодня присутствовали представители всех фракций городского совета, и все мы, в принципе, едины в нашем мнении о том, что здесь, очевидно, нарушается природоохранное законодательство. Впрочем, руководители предприятия депутатов не почтили вниманием. Никаких документов комиссия не увидела. Очередная проверка, очередная галочка, но результата пока нет.